О попытке рейдерского захвата военного объекта в Одессе заявили в командовании военно-воздушных сил Украины. На своей официальной странице в Фейсбуке написали, что сегодня около 9 часов утра 40 неизвестных в балаклавах, которые назвались представителями одного из гипермаркетов, частично демонтировали ограждение воинской части и вывезли имущество. Позже в интернете появилось видео, как все происходило. На кадрах действительно видно мужчин в балаклавах прямо возле забора воинской части и работающий экскаватор. В одесской полиции информацию о попытке захвата опровергли. Советник начальника главка Руслан Форостяк сообщил, что представители гипермаркета выполняли строительные работы за пределами воинской части.